Конкурс среди медицинских работников за доброжелательное отношение к людям, который проводит Общественный совет по здравоохранению, вступает в заключительную стадию. На сегодня в списке претендентов 29 медработников. Это 19 врачей и 10 медсестер и фельдшеров. За них отдано около 200 голосов пациентов. Конкурс за доброжелательное отношение к людям проводится по двум номинациям. Лучший врач и лучшая медицинская сестра. СМС-сообщения с именами претендентов принимаются на телефон 8-902-478-45-20. Подведение итогов конкурса и награждения пройдут в канун Дня медицинского работника. Партнер конкурса – почетный попечитель Кунгурской больницы Татьяна Высоцкая.